Эфир нашего телеканала продолжает программа «Каждый день» в студии Ирина Черней. Здравствуйте! Надеюсь, что праздничные выходные проходят у вас на ура. А если вы задались вопросом, как и где их можно провести, ответы смотрите в сегодняшнем выпуске. А вначале о наших партнерах. Самое известное блинное в нашем городе – русские блины. Это демократичные цены, широкий выбор начинки и гарантированное качество. Адрес Мега Актобе, 3-й этаж. А также предлагаем вам приобрести пушистые, роскошные и душистые новогодние елки по адресу. Поселок Заречный, конечная 17-го маршрута. Телефоны 8-702-22-66-777. 8-702-22-66-888. А сейчас о погоде. 17 декабря в Мартуке малооблачная температура воздуха составит минус 30 градусов, осадков не ожидается. В Алге ясная погода, минус 28 градусов, без осадков. В Хромтау также ясно, минус 24 градуса, синоптики осадков не прогнозируют. В Батамше столбики термометров покажут минус 25 градусов, малооблачная погода с прояснениями. И в Шалкарии пасмурно, осадков не ожидается, 11 градусов ниже нуля. А сейчас о погоде в нашем городе. Рига 17 декабря в 22:10 смотрите вторую часть фильма «Тор». После того, как Тор одержал победу над своим братом Локи и вернулся домой, он занимается наведением порядка во всех 9 мирах. Не проходит и дня, чтобы он не вспоминал о своей земной возлюбленной Джейн. В это время над Асгардом нависает новая угроза в лице очень древнего врага Малекита, который по силам превосходит даже самого Одина, ведь в его руках находится сила эфира, способная превращать все вокруг в темную материю. Сможет ли Тор одержать победу на этот раз? В кинотеатре «Локомотив» вы можете посмотреть премьеру фильма «Призрачная красота». Главный герой фильма – хозяин крупной рекламной компании Говард Инлет. Недавно в его личной жизни произошла ужасная трагедия – смерть ребенка. Из-за этого Говард впадает в глубочайшую депрессию, из которой его намереваются вытащить друзья и коллеги. Пока они пытаются разработать план, как это сделать, герой фильма начинает писать письма смерти, времени и любви. Проходит немного времени, и те, кому он писал, находят его. Любовь – это причина всему. Я видел тебя в ее глазах, когда она смеялась, а ты разбила мне сердце. Я была в ее смехе тогда. Но я и теперь здесь, в твоей боли. Он взывает ко Вселенной в поиске ответов. Не упусти призрачную красоту. Это твоя связь со всем в этом мире. Если он примет это, то сможет начать жить снова. Ты ведь тут не для того, чтобы забрать меня? Нет, Говард, чтобы прокатиться на метро. В субботу 17 декабря Димаш Кудайберген спешит обрадовать актюбинцев в честь 25-летия независимости Казахстана. Творческий вечер состоится в 16:00 в спорткомплексе «Конус». Вас ждет незабываемый вечер с любимцем народа. Гости вечера – Канат и Светлана Айтбаева, Ербалат Кудайберген и группа «Алаш». 17 и 18 декабря в драматическом театре имени Тахауи Ахтанова 18:00 – музыкальная комедия на казахском языке. В воскресенье 18 декабря в 19:00 в Звездном зале Академии искусств состоится ретро-вечеринка «Место встречи. Золотые хиты прошлого века». А 20 декабря в Звездном зале Академии искусств отчетный концерт школы лезгинки Дамира Хамизова. Стоимость билетов в 1000 тенге. На сегодня это вся информация. Теперь вы знаете, как и где можно провести этот уикенд. Спасибо за внимание. Увидимся скоро в эфире Первого городского.